Михаил Фридман, член Совета директоров Альфа-банка, член Совета директоров ABH Holding SA. Родился 21 апреля 1964 года в городе Львов, Украина. В 1986 году окончил Московский институт стали и сплавов МИСИС по специальности металлургия цветных металлов. В 1990 году создается чековый фонд «Альфа-Капитал», а в 1991 году «Альфа-Банк». Уже к началу 2000-х годов «Альфа-Банк» становится универсальной кредитной организацией, осуществляющей все виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, и одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. В феврале 2001 года Михаил Фридман входит в состав Совета по предпринимательству при правительстве РФ, а в декабре того же года возглавляет рейтинг 1000 самых профессиональных менеджеров России. В июле 2003 года Михаил Фридман входит в список 25 самых выдающихся менеджеров, предпринимателей, новаторов и финансистов Европы, составленный журналом «Business Week». А уже в декабре, по оценке газеты «Ведомости», Михаил Фридман получает титул «Предприниматель года». В июне 2004 года Михаил Фридман и консорциум «Альфа Групп» занимают первые места в рейтингах 100 наиболее стратегичных управленцев и 100 наиболее стратегичных компаний. За создание успешного российского бренда в июне 2007 года Михаил Фридман удостаивается звания действительного члена Международной академии бренда за выдающийся вклад в развитие общества. Во время мирового экономического кризиса Альфа-Банк стал одной из немногих структур, которым удалось не только устоять, но и добиться успехов. За это в 2009 году журнал «Ведомости» назвал Михаила Фридмана «бизнесменом года». Бренд «Альфа-Банк» является одной из старейших национальных торговых марок и единственным банком, удостоенным награды «Best Russian Brands». В 2012 году учреждена премия «Genesis Prize», одним из основателей которой стал Михаил Фридман. Премия в 1 миллион долларов, также известна как «Еврейская Нобелевская премия», присуждается самым выдающимся представителям еврейского народа. Михаил Фридман – отец четверых детей. В апреле 2016 года в интервью Financial Times Михаил Фридман заявил, что не намерен брать на работу в Альфа-Банк Групп или Letter One своих детей, надеясь на самостоятельные достижения ими карьерных успехов. В мае 2016 года Михаил Фридман объявил о намерении потратить практически все свое состояние на благотворительность. Уважаемые дамы и господа, встречайте, специальный гость форума «Атланты» Михаил Фридман, член Совета директоров «Альфа-Банка», член Совета директоров «ABH Holdings», модератор блока Николай Усков, главный редактор российской версии Forbes. Добрый вечер. Я тут перед началом нашей панели я спросил Мишу, могу ли я похулиганить немножко, и он мне разрешил. Ты не против, да? Абсолютно. Потому что мы несколько раз встречались, брали интервью, и хочется какого-то хулиганства. И, Миш, ты, конечно, принимаешь на работу там крутых топ-менеджеров не первый год, у тебя есть чутье, ты иногда делаешь ошибки, но, как правило, ты не ошибаешься. И мы с тобой много раз об этом говорили, как ты беседуешь с людьми. Представь ситуацию, вот если ты придешь наниматься на работу. Вот как бы, что бы ты сказал? Вот представь, я HR-директор. Чтобы ты спросил, в принципе. А куда я пришел устраиваться? Да. Журнал Forbes? Ну, например, журнал Forbes, да. Ну или я не знаю, нет. Ну, я бы сказал, что в принципе, я не знаю, в каком качестве меня бы могли принять в журнал Forbes, но в качестве, например, какого-нибудь аналитического обозревателя или еще что-нибудь в этом духе, я бы сказал, что у меня большой опыт работы, так сказать, там, ну, я не знаю, там, в бизнесе и так далее. Поэтому, в принципе, думаю, что я вполне гожусь для того, чтобы мне платили даже повышенную ставку в вашем журнале. Она небольшая, ты знаешь. Ну, лучше все равно повышенную от небольшой. Что? Скажи, пожалуйста, вот на самом деле
Но вот у тебя были какие-то такие собеседования, когда люди тебя удивляли? Вот они пришли и что-то тебе такое сказали, что ну, конечно, ты были. Не ожидал. Ко мне приходило много разных людей. Вот, например, я не знаю, как это сказать, не уверен, что аудитория об этом знает. Вот нескольких таких крупных менеджеров и даже моих партнеров мы нашли путем объявления в газете, так сказать. В какой? В разных газетах. Один раз это было в газете «Московские новости». Вот, например, так вот по объявлению к нам пришел будущий председатель правления Альфа-банка Андрей Рапопорт. Uh-huh. Вот. И, ну, который потом работал в РАО ЕС, и вообще такой известный, uh-huh. так сказать, человек, и бизнесмен, и менеджер, и так далее. И мой партнер нынешний, Андрей Косогов, который возглавлял Альфа-Капитал, тоже пришел по объявлению в газете. Поэтому, ну, поскольку тогда не было HR-агентств и так далее, и ко мне приходили люди, значит, а когда даешь объявление в газете, то, в принципе, процентов 80 приходит сумасшедших людей. Mm-hmm. Поэтому ну, конечно, да. Они меня, в принципе, в достаточной степени все удивляли. Они многое мне рассказывали интересного о жизни. Вот. Но, так сказать, вот, например, тот же Андрей Косогов или Андрей Рапопорт, которые вот таким образом были, как говорится, найдены и обнаружены, а, значит, они меня удивили своим, так сказать, трезвым и очень ясным взглядом на многие вещи, и, собственно, поэтому я их, и, как говорится, пригласил работать. Ну, а что для тебя самое важное вот, в человеке, который к тебе приходит, да, работать, которого ты ищешь? Во-первых, желательно, чтобы он пришел вовремя. А, то есть, хотелось бы, так то сказать. То есть, он должен быть пунктуален, да, это раз? Ну, это важно, потому что я, как правило, вот, не задерживаюсь с началом встречи, вот мы как договариваемся, я стараюсь, вот, так сказать, это сейчас не очень модно, но я стараюсь прям, так сказать, в то время, когда назначено, так сказать, начинать. А ты за сколько выезжаешь в Москве? Потому что, ну, я там за полчаса, на плюс полчаса всегда закладываю. Ну, в принципе, я не знаю, смотря куда я еду, так сказать, но, в принципе, куда бы я ни ехал, я, в общем, стараюсь так, мне мои ребята говорят, там, мои водители там, что вот нужно уже выезжать, потому что пора, так сказать. Ну, я, в принципе, выезжаю, стараюсь не опаздывать. Вот. Ну, это, так сказать, ну, это как бы такой, я бы сказал, легкий критерий. Но потом мне, честно говоря, мне гораздо интереснее поговорить не о профессиональных каких-то знаниях, потому что в профессиональном смысле очень часто, особенно вот сейчас, я, конечно, намного меньше понимаю, чем человек, которого я, условно говоря, интервьюирую, правильно? Потому что, ну, все-таки бизнес достиг уже определенного уровня развития, и те люди, которые, ну, я в основном все-таки встречаюсь с людьми, которые претендуют на позицию топ-менеджера, и, как правило, собственно, о бизнесе они знают намного больше меня. Ну, естественно, потому что они этим занимаются в профессиональном, в ежедневном режиме. А я, в общем, очень так поверхностно. Про какой-то конкретный бизнес, там, я не знаю, банковский или, там, я не знаю, телекоммуникационный или еще какой-то. Поэтому для меня, в принципе, самое главное — это, так сказать, такое человеческое впечатление. Такое вот, ну, что это за человек? Мне очень важно, например, из какой он семьи, где он учился, так сказать, чем он увлекается, так сказать, там, любит ли он, там, я не знаю, читать, или, там, или в кино, какое кино он любит, там, и так далее. Вот это для меня важно. И в этом отношении, вот, так сказать, такие вещи на меня производят иногда сильное впечатление, а иногда нет. А скажи, ну вот там ваша финансово-промышленная группа, в общем, ну, одна из крупнейших, наверное, крупнейшая в России, и она базируется на очень давнем партнерстве, в принципе, да? А вы друзья или вы все-таки партнеры? Ну, я думаю, что мы больше, чем друзья. Партнеры, на мой взгляд, это больше, чем друзья. Знаете, друзья — это вещь замечательная, так сказать, но, так сказать, в нашем, в общем, уже очень отрегулированном мире, особенно если говорить, так сказать, даже не о России, а, скажем, вот, о Западе, так сказать, да, там дружба, она не часто испытывается какими-то очень такими серьезными испытаниями. Да? Партнерство в этом отношении — это серьезное испытание. Вот. И потому что это деньги, да, или ответственность? Ну, это все. Это огонь, вода и медные трубы. Это и деньги, это и слава в некотором смысле. Это и, значит, участие в принятии решений, а по-разному люди участвуют и так далее. Это умение жертвовать какими-то своими интересами для общего блага и в то же время умение настоять на чем-то, если ты считаешь, так сказать, это принципиально важным и прочее, прочее. То есть это очень сложный, комплексный такой набор отношений, как бы сделок в каком-то смысле этого слова и так далее.
И поэтому, мне кажется, когда вот такие отношения, тем более, если они еще трансформируются в масштабе очень сильно, да, вот как в нашем случае, да, мы начали, так сказать, с мытья окон, у нас был первый кооператив, ну и, в общем, занимаемся другим бизнесом сегодня, несколько более таким масштабным. Вот. Ну, когда это, вот, так сказать, испытывается еще и временем, и масштабом, и сложностями вокруг тебя, и, так сказать, я не знаю, там, значит, вызовами, ну и прочим, то, конечно, в общем, ты ощущаешь, что партнерство — это в каком-то смысле гораздо больше даже, чем дружба, я думаю. Но ведь от больших денег, от большой власти, от постоянного принятия решений часто сносят башку, и что происходит с партнерами? Им кажется, что они лучше понимают, куда двигаться дальше. Да? Вот у вас бывают такие конфликты по поводу направления движения? Да? Вот, нет, надо это делать, а не это. Ну, конфликтов у нас, вот, ну, как таковых, я бы сказал, не было никогда. А дискуссии у нас всегда есть на эту тему, да? И я бы сказал, что я очень благодарен своим партнерам, потому что вот на протяжении всех этих многих лет уже, а мы в партнерстве, ну, оно несколько видоизменялось, то есть вот у нас было сначала там 6 человек, потом 5, сейчас вот у нас трое осталось, и вот к нам добавились какие-то другие партнеры как в отдельных видах бизнеса. Вот, вот. На протяжении всего этого очень длительного периода, уже 30 лет практически, да, мы никогда не были в ситуации, когда кто-то из вот нас, как партнеров, переступил какую-то невидимую моральную грань, за которой партнерство невозможно. И вот это, мне кажется, является, ну, таким, что ли, секретом или необходимым условием для того, чтобы это партнерство существовало. Нужно, чтобы те люди, с которыми ты стал партнерами, разделяли прежде всего твои, так сказать, человеческие ценности достаточно, ну, если не полностью, то очень близки были по этим ценностям, да? И только вот на базе этих общих ценностей можно строить партнерство в бизнесе. И не только в бизнесе, можно и в жизни какое-то партнерство. Это, мне кажется, относится и к семейным отношениям. Ну да, это семья, конечно. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что значит, вот, как говорится, вот все это удалось только по одной причине. Как выяснилось со временем, мы все, в принципе, были достаточно близкие люди по взглядам на мир. И даже в тот момент, когда по взглядам на бизнес мы стали расходиться, а у нас, как я говорил, уже вот, ну, какие-то наши партнеры ушли, и, в принципе, они известные тоже люди, так сказать. Там Олег Киселев был когда-то нашим партнером ныне, по-моему, финансовый директор Роснана. Потом еще там два человека, Михаил Безелянский, Андрей Шелухин. Вот. Значит, и когда мы расходились, так сказать, уже, наши человеческие ценности, тем не менее, оказались вполне совместимы с тем, чтобы мы это сделали абсолютно в дружелюбной, уважительной и конструктивной манере, так сказать, да, и вот, ну, как вы знаете, у нас, к счастью, не было никогда никаких скандалов вокруг этих партнерств. Не только, кстати, вот на уровне альфа-группы, так сказать, да, вот мы и в ТНК были в партнерстве, и с очень известными, успешными бизнесменами, там, Лен Блаватник и Виктор Виксельберг, и в других проектах мы много были в партнерстве с кем-то. Вообще, вот эта школа партнерства, она сложная, но тем не менее она очень полезная, потому что, освоив вот эту науку, так сказать, ты можешь строить эти отношения совсем, сказать, совсем в других, как говорится, направлениях, да, в других проектах и так далее. И, в общем, подход везде один и тот же. А каковы эти ценности, о которых ты говоришь? Вот, какие ценности вас объединяют? Вы как-то это проговорили изначально, вот когда стали мыть окна? Или... Нет, ну, мне кажется, разве люди, когда начинают дружить, проговаривают какие-то ценности между собой, да? Они просто обсуждают какие-то ситуации, да, вот, какие-то истории о добре и зле, да, и приходят к каким-то более-менее общим выводам о том, как бы они себя повели в той или иной ситуации, да. Конечно, мы люди были, в общем, одного поколения, да, так сказать, мы более-менее одного социального происхождения все, так сказать, были. Значит, к тому же мы еще и учились изначально там все в одном... сейчас я говорю о партнерах альфа-группы, так сказать, да, вот, как говорится, нашего такого центрального, так сказать, организации. Вот, и мы учились в одном институте. Ну и так далее. То есть, безусловно, вот эта вот, так сказать, общность взглядов на многие вещи, ну, там, не знаю, на политику, там, на
не знаю, на музыку, и так далее. Вот это все, так сказать, в процессе общения выявлялось, так сказать, да, мы никак не выписывали ценности партнерства. Что мы выписывали, так сказать, и это нам помогло, я думаю, в этом отношении мы, я думаю, повели себя нетрадиционным для России способом. Это то, что вот после нескольких лет такого вот неформального партнерства, да, когда все было плохо оформлено и так далее, значит, мы решили, в общем, я бы сказал, что, так сказать, я был таким большим инициатором этого, каким-то образом легальным оформить наши все взаимоотношения. И как раз мои партнеры, кстати, были не очень за. Они были, ну, им казалось, что это и так все в порядке, чего, так сказать, тратить время и деньги на написание, в общем, каких-то... Почему ты так решил предложить им это? Ну, потому что я, в принципе, стараюсь всегда как бы пытаться подумать чуть-чуть там, вперед, так сказать, и я им, в общем, говорил простые вещи. Я говорил, что, ребят, ну, действительно, мы все друзья, мы все, ну, мы были совсем молодые, во-первых, нам было там 24-25 лет, мы были, ну, молодые люди, вот, значит, и мы, конечно, там много времени вместе проводили, так сказать, там, как раз такое лихие 90-е, Москва, с одной стороны, полна рисков, с другой стороны, полна соблазнов, ну, мы так много проводили времени вместе. Но я понял, что, ребят, ну поймите, вот сегодня все хорошо, и мы действительно чувствуем вот такую близость и надежность друг в друге в наших отношениях. Жизнь сложно устроена, но мало ли, вот не дай бог с кем-то из нас что-то случится, там надо будет как-то... Или мы просто поменяем свою точку зрения там на какие-то вещи, и у кого-то обстоятельства изменятся. Давайте напишем какие-то бумаги, вот как мы будем принимать решения, как мы будем расходиться, если мы решим разойтись. Как мы будем делить что-то, ну и так далее, так сказать. Вот, ну, значит, это все мы... А это сколько у вас было уже денег? Это какая фаза развития бизнеса? Ну, это было, я думаю, мы написали какие-то бумаги, такие достаточно уже серьезные, где-то в году 92-м, что очень рано, так сказать, что было очень рано. Причем мы их написали, естественно, не по российским законам, потому что их просто не существовало на тот момент, как таковых, а по каким-то там западным, условно говоря, нормам юридическим. И привлекли всяких западных юристов, что для нас был совершенно вот темный лес. Мы вообще не знали, о чем мы говорим. Но вот так вот на интуитивном уровне мы начали пытаться найти правильную легальную форму наших взаимоотношений на длительное время. И вот я думаю, что вот то, что мы это сделали, нам очень помогло. Потом она как-то трансформировалась, мы что-то меняли, дописывали, так сказать, и прочее, прочее. Но в целом вот как бы уже скелет, вот основа этих легальных отношений был заложен. Вот. И, к счастью, когда наступил момент, когда кто-то вот из наших партнеров там, решил по каким-то своим причинам, потому что взгляды на бизнес стали расходиться, потому что обстоятельства личные как-то складывались, расстаться, то у нас был вполне ясный механизм, как это сделали. И мы вот, так сказать, то есть это было необходимое, но недостаточное условие. Достаточным условием было, помимо наличия этого механизма, добрая воля каждого из нас следовать этому механизму, да, потому что можно же было его, как говорится, игнорировать или там вступать в какую-то борьбу, и, так сказать, а учитывая, скажем так, несовершенство нашей легальной системы, в принципе, это всегда возможно, так сказать, да, но вот то, о чем я как раз пытаюсь сказать, что близость в ценностях и общность взглядов на что такое порядочно, что непорядочно, что приемлемо, а что неприемлемо, позволило всем нам, и нам, тем, кто остался, и тем, кто ушел, вести себя вот, прилично, как нормальные люди. И поскольку уже под рукой был взаимно согласованный, взаимно приемлемый механизм этого процесса, то оставалось всего лишь следовать этому механизму. Понятно, да, я объясняю? Да, да. Вот, а эти бумаги, они где-то хранятся до сих пор? Вот ваши конечно, ну как же, мы же в партнерстве, у нас все они, бумаги. Они сохранились, да? То есть вы они не сохранились, они работают. Они тоже эволюционируют по мере, так сказать, развития бизнеса. Мы там что-то меняем, дополняем, но, естественно, это вот важнейший, как бы, краеугольный камень вот наших взаимоотношений. Ну вот, и в бизнесе. И в жизни. А почему ты решил мыть окна? Что-что? Почему именно окна мыть? Ты решил? Почему окна мыть? Как эта идея пришла? А, как эта идея пришла? Это 88-й, да? Да, это в 88-м году. Не, дело вот в чем. У нас, значит, ну, у меня такая ситуация была. Значит, я закончил институт в 86-м году.
Вот. Значит, я, в принципе, поступал изначально. Не в институт сталисплав, как об этом сказали, вот, значит, представляя меня. Вот. Я поступал в Московский физико-технический институт. Я, так сказать, был таким, значит, способным школьником. Я выиграл там всякие олимпиады, там, Украинскую олимпиаду по физике я выиграл. Ну, неважно. Значит, туда я не поступил. Не поступил я в силу, так сказать, неблагополучных анкетных данных, так сказать, а именно моей фамилии и национальность. Вот. И, значит, конечно, был этому очень расстроен. Вот. И потом, значит, меня взяли без экзамена в институт сталисплав. Туда брали, как говорится, с моей фамилией и с моей национальностью. Закончил я его хорошо. Но вот там дальше я хотел, так сказать, в аспирантуру поступать. И туда меня тоже уже не взяли по той же причине, так сказать. Вот, с красным дипломом я закончил. Ну, так сказать, как говорится, тогда вот, значит, в институт брали, а вот дальше уже был некий барьер. Вот. И, так сказать, я опять очень сильно расстроился, так сказать, значит, по этому поводу. Потому что, в принципе, у меня была мечта заниматься этим самым наукой. Ну, в то время это был единственный такой. А специализация какая, то есть о чем-то? Я, в принципе, хотел заниматься теоретической физикой изначально. Mm-hmm. Ну, в принципе, ну, скажем так. Естественными науками, там, физикой, химией. Там. Я писал статьи всякие научные, когда студентом был в соавторстве со своим заведующим кафедрой, который, так сказать, подписывал. Вот. Ну, значит, так сказать, в принципе, у меня, значит, такое были такие. А тут же как раз начиналась эта перестройка, 86-й год. И, в общем, у меня была такая альтернатива: либо подумать об эмиграции, что, в принципе, уже набирало силу тогда, да, так сказать, там, и вот масса моих знакомых и родственников, они эмигрировали там, Штаты, Израиль, там, ну, так сказать, такая. Вот, либо вот попытаться, как раз вот где-то в 87-м году началась вся вот эта история с кооперативом. И ко мне пришел один мой, так сказать, приятель, вот, и предложил, значит, так сказать, вот, так сказать, создать кооператив, там, первая идея, которая у нас была совместная, я где-то прочитал про доставку продуктов, так сказать. Что вот в Америке вот всякие, значит, студенты, они занимаются тем, что доставляют, так сказать, ну, значит, гражданам, так сказать, которые заказывают там, не знаю, продукты, там, товары какие-то, пиццу, я не знаю, ну, что-то такое. Вот. Значит, а тогда, ну, я не думаю, что здесь аудитория, мне кажется, помоложе, они не помнят, наверное, скорее всего, но вот тогда были дикие очереди, потому что уже ничего не было в магазинах, такой был совсем упадок советской вот экономики, и там, значит, были километровые очереди, люди в очередях проводили часами, так сказать, просто так выстаивали. Вот. И у нас первая идея у нас была, значит, доставлять продукты, значит, за какую-то, поскольку единственная такая аудитория, с которой мы были близко знакомы, это была студенческая, я только что закончил институт, и, в общем, жил в общежитии все вот эти годы. Вот. И поэтому, как бы, естественно, так сказать, вот все идеи, которые мне приходили, были связаны вот, ну, с использованием, как бы, вот, своих, так, отношений в студенческой среде. Вот. И, значит, мы решили, вот, так сказать, такой создать кооператив, который будет заниматься доставкой. Вот вместо того, чтобы какой-нибудь там человек стоял в очереди, мы предлагали то, что мы там за какую-то небольшую сумму, там, за 1 рубль или что-то в этом духе, вот мы будем, значит, доставлять из там магазина. Там, но какие-то. Это сложная логистическая система. То есть у вас были связи с магазинами? Да нет, наверное, или вы стояли в очередях? Ну, брали? Ну, студенты просто могли стоять там, или, в принципе, мы договорились там с магазином, что они нам будут это как-то, как заказы формировать там какие-то. Ну, не важно. Вся эта идея провалилась с треском. Значит, потому что выяснилось, что на тот момент, значит, никто не был готов платить, так сказать, за доставку. Люди привыкли стоять в очередях. Ну, не то чтобы никто, но очень мало людей, так сказать, мы получали. Может быть, если бы мы дольше, так сказать, это вот продвигали, эту идею, может быть, как-то люди бы отреагировали, но вот когда мы начали, в течение там первых там месяцев или сколько, так сказать, такого времени, вот, значит, там, ну, буквально считанные люди, мы там расклеили какие-то объявления. Вот, а как компания называлась? Курьер. Кооператив назывался Курьер. Первый, значит, вот, собственно, так и назывался, да. как мы и планировали действовать. Вот, поэтому вот эта идея у меня была неудачная. Ну, и, значит, всех моих коллег, такое уныние охватило меня тоже отчасти, потому что мы уже потратили какие-то деньги, минимальные, конечно, но тем не менее, вот, на реализацию этого плана. Вот. Ну и все, значит, вот все так грустно. Вот. Тут я еду в метро. Я как раз это было вот, в преддверии майских праздников, я хорошо это запомнил. Значит,
И я слышу разговор двух мужиков, значит, которые один другому говорят, ну ты там что на майские делаешь? Он говорит, ну я там куда-то там, не знаю, еду там на дачу. А второй говорит, у меня на майские вообще уже несколько лет подряд вообще серьезное дело. Какое? Говорит, я прихожу вот в магазины, ну типа диеты, знаете, вот такие там, где небольшие окна такие. А там коллективы в основном женские, такие, и уже такого достаточно среднего возраста женщины, не молодые, не девушки. Вот. И я к ним нанимаюсь, так сказать, в принципе, окна мыть. У меня там щетки есть специальные, там всякие разные. Вот, лестницы. Ну, и поскольку это, он как бы за кэш нанимался. Всегда тогда в торговле какой-то, ну, сейчас всегда, в торговле кэш всегда, как говорится, где-то присутствует. Вот. Я послушал этот разговор так внимательно. Пришел к нам, так сказать, в этот наш, так сказать, штаб-квартиру. И говорю, у меня есть новая вообще бизнес-идея, гениальная. Вот, мыть окна. Значит, все это им рассказал, так сказать, что вот можно мыть окна. Ну, в то время от момента замысла до момента реализации проходили секунды буквально. Значит, мы сразу, вот прямо в этот же день, мы решили пойти в близлежащие магазины, выяснить, так сказать, не нужно ли кому здесь там окна помыть. Значит, мы пошли. Значит, это все, значит, жили мы, ну, я жил в Беляево, это общежитие института стали и сплавов, находились в Беляево. Я там, значит, вот жил, и там, мы там в подвале близлежащего дома, у нас там была какая-то комнатка, и вот там, значит, была штаб-квартира. Вот. Значит, и все, мы пошли в какие-то близлежащие магазины. Я как сейчас помню, мы нашли какой-то книжный магазин. Первый этаж дома многоэтажного, и там такие гигантские, там, 3-4 метра окна. Вот, и, значит, мы говорим, вот у нас, а мы зарегистрировали этот кооператив уже курьером, он уже у нас был. У нас была печать, символ власти. А сколько вы потратили на курьер, на все это, вот первый взнос, сколько у вас на паях, сколько это было денег? Да там не было тогда такого, я уже не помню. Я не помню, мы никакого рекламная первого взноса, кампания, было, типа там, там может, 100 рублей или что-то такое. Там. Вот большие деньги все-таки. Это. Не, ну 100 рублей у нас уже все-таки было. Уже все-таки, да. Вот, значит... Ну, не, ну, что такое? Я не помню, честно говоря, вообще никакого взноса. Что, ну, может, я забыл просто. Ну, не было. В самом случае, была маргинальная сумма. Вот, ну, все, мы пришли здесь, и вот мы говорим, вот мы кооператив, то есть все, вот мы можем окна помыть. Там директор магазина такая, я помню, пожилая женщина, армянка такая, ну, такая очень серьезная. Она говорит, значит, да, ну, вот, как раз нам нужно, потому что ну, работают сплошные женщины, вот там лазать по лестницам им тяжело. Все, мы подписали, значит, договор, там, значит, надо, так сказать, поставили печати, я помню, все очень серьезно. Вот, мы наняли каких-то девушек, так сказать, из общежития. Вот, какие-то тряпки, там, то все, щетки, ну, все, что было под рукой. Значит, такая все. В общем, стали мыть эти окна. Значит, мыли-мыли, дня два там они их мыли, такая группа товарищей. Ну, я особо, правда, не умыл, так сказать, я в основном организационный... Руководил, да? Вот, я организационный... Как сейчас, да, в принципе? Да, в общем, я более-менее одним и тем же занимаюсь. Вот, это самое. И это самое, значит, через какое-то... Да, два дня прошло, вроде мы там все помыли, все, мы говорим, все, принимайте работу и оплачивайте, соответственно. Приходит этот директор магазина, посмотрел, говорит, не, ну вот здесь грязно, вот здесь там тоже плохо помыли. Я говорю, ну хорошо, мы сейчас тут доделаем. То есть, она говорит, не-не-не, не надо, не надо доделать. Я говорю, а что делать? Все, идите отсюда, я вам платить ничего не буду, сказал нам директор. В общем, было грустно, да, так сказать. Ну, после, значит, так сказать, да. И, в общем, после этого, значит, ну, пришлось, с теми ребятами, кто работал, мы же договаривались, что мы им заплатим, там, так сказать, пришлось с ними расплатиться. Вот. После чего настроение пало практически окончательно. Но в этот момент, значит, у меня один мой знакомый, который был замдиректора Института химической физики Академии наук СССР, я ему рассказал эту историю. И он мне говорит, слушай, а он замдиректора по хозяйственным вопросам был. Он говорит, слушай, у меня, а тогда же были вот эти деньги безналичные, это вот сейчас, опять же, никто этого не помнит, которые были вообще, к деньгам не имели отношения. Это были какие-то условные цифры там в смете в некой. Говорит, у меня как раз денег в смете вот на всякие хозяйственные нужды полно. Если я их не потрачу, то они все сгорят там в следующем году. А у нас тут уже все окна грязью заросли, потому что научные сотрудники, они, так сказать, не по этому вопросу. Значит, и все, вот, значит, мы подписали с ними договор. Вот.
значит, так сказать, тут человек 20, 30, 40 студентов мы там рекрутировали, и они, значит, в течение там недели там весь этот институт на Ленинском проспекте расположен, да, между Ленинским и Косыгиной улицы. И, значит, они вот там все драили, эти окна все там и так далее. В конечном итоге все мы сделали, нам заплатили по безналичному расчету. Как я все очень хорошо помню. Они нам заплатили, там по расчетам было там за погонный метр или что-то такое, там 2000 рублей. Вот, значит, мы сняли их наличные, да, это все было можно, расплатились со всеми, значит, студентами, студенты были счастливы. А почем вы расплачивались? Как? В смысле, я помню, что у нас норма прибыли составила, значит, 50%. А, ну, шикарно. То есть мы получили 1000 рублей. Это были уже большие деньги. Вот да, за это там 4-5 дней. Деньги, да. Вот. Средняя зарплата тогда была где-то там 120 рублей. Ну, да, средняя зарплата, может, уже так начинала расти, но, наверное, была там 120, 130, там 140 рублей, так сказать. Мы, значит, вот на наш, так сказать, коллектив партнеров будущих заработали. И вот как это, вы вот ухитрились не пропить это сразу? То есть, вот. Ну, я, честно говоря, к вопросу, вот, как вот выйти на новый уровень, да? Потому что есть большой соблазн. Я бы вот на твоем месте пропил бы, конечно, чтобы докажись я. Не, ну, я понимаю. С этой тысячи рублей тогда. Я понимаю, что, в принципе, у большинства российских, советских людей главная проблема – это не пропить, что заработали сразу. Я понимаю, да. Но у меня такой проблемы, в принципе, не было. Я, в общем, как-то пил всегда пропорционально бюджет. Это важный бизнес-урок от Михаила Фридмана. Вот, не, ну, вот. Значит, у меня родители, в принципе, так сказать, чемпионы мира по экономии были, поэтому с деньгами лишними. Да? Вот, я, у меня, у нас, так сказать, не было. У нас было строго с деньгами в семье, так сказать. Но про тебя ходят легенды, что ты очень приженист. Вот, говорят. Кто говорит? Ну, разные люди, не буду их подставлять. Ну, ходят, значит, хорошо. В принципе, вот, значит, я хочу сказать, что, значит, ну все, и мы, значит, 1000 рублей, там, так сказать, поделили как-то, и мы поняли, вот я, в своем случае, что мы нарвались на золотую жилу, вот, и вот единственное, ну, если уж говорить серьезно, то вот все, что, значит, неплохо у нас всегда получалось, это любую идею, вот, как-то правильно структурировать и организовать процесс. Потому что вот это вот было, я как сейчас помню, где-то в конце мая вот эта вся история случилась, или в середине мая. А вот уже, условно говоря, в июне, я помню, на нас работало в день где-то человек 100. Вот. То есть мы там в разных общежитиях, как раз вот район, где я жил, там Беляево, Юго-Западное, это такой студенческий район, да, там да, много общежитий было. И сейчас, по-моему, тоже. Я не то же самое, да? Да. Такой академический район. Да, такой там, значит, и вот, значит, мы везде, у нас в каждом общежитии был свой, там, значит, так сказать, бригадир, который собирал людей, там мы были, мы стали обзванивать, я достал тогда дефицитную очень, значит, книгу, телефонный справочник организации города Москвы. Мы посадили двух девочек, которые обзванивали всех, потом мы какие-то напечатали. Я прочитал где-то в какой-то умной книжке про direct mail, что нужно рассылать, значит, рекламные предложения. В общем, мы, так сказать. И у нас было такое, видимо, мы вышли на совершенно пустой рынок, такого сервиса не существовало в Советском Союзе. Просто некуда было позвонить, если ты хотел, вот, особенно для, еще для частных лиц, по-моему, он существовал. Уже было что-то, да. Типа фирма «Заря» называлась. Ну, там какие-то полукалеки работали. А, так сказать, это самое. Но частный клиент еще был не в состоянии платить на самом деле. Да, а вот организации, у которых было какое-то несчетное количество этих вот безналичных денег, которые они не могли никуда, там же все по статьям было расписано, они никуда все равно их не могли использовать, вот, те просто с радостью, так сказать, наши услуги потребляли в тот момент. И мы вот по тем временам стали зарабатывать, ну, очень большие деньги. Ну, все же относительно, так сказать, да. Но я вот помню, что, например, вот это вот в мае я описываю события, да, а вот в июле я заработал, я лично, 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Это огромные деньги. Ну, это машина. Вот. И опять, и как ты не купил машину? И как? Нет, или машину я купил со временем. Купил сразу. Но не в июле. Не в июле, позже, чуть позже, да? Я, нет, ну я, в принципе, так сказать, в принципе, стараюсь вообще покупать то, что мне действительно необходимо. У меня, в принципе, вот насчет покупок фантазия очень ограничена, это правда. Вот, я там, так сказать, я помню тогда, значит, вроде там деньги стали появляться, хранить мне их было негде, я их хранил под ванной. Знаете, ну, под там, ванной, да? Ну да, я снимал квартиру уже.
Вот. И, значит, хранил их под ванной. Но я понимал, что, так сказать, так долго не продержишься, потому что времена начинались уже быть суровыми, так сказать, да, уже быстро набирал силу, так сказать, ну, вот, криминал там и так далее. Вот. Я купил машину, значит, подержанную причем. Потому что я что не это было? Какая марка? А? Какая марка? «Жигули» второй модели. Второй модели. Да. Вот. Ну, у своего товарища, его отец покупал новую, и он мне продал свою, значит, старую машину. Ну, я не умел водить, поэтому я как раз хотел купить. Вот. Не новую машину. Вот. И потом я купил большой телевизор Panasonic, видеомагнитофон. И, в принципе, у меня на этом фантазия закончилась. Дальше у меня, в принципе, покупать было нечего. Вещи, к вещам я всегда относился так себе. Свои, вот, а? Свои материальные потребности реализовал, да? Да, я точно. Я, в принципе, думаю, а что еще покупать? В принципе, больше нечего. Вот, поэтому, чтобы не хранить деньги под ванной, я решил, надо их вкладывать. Вот, и мы дальше стали, в общем, вкладывать. А, мне как-то рассказывал, что у тебя мама очень нервно отреагировала на эту коммерческую деятельность, да? Да, 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 да. Было такое дело. Мама моя приехала, а я еще в тот момент трудился параллельно, значит, в таком проектном институте, который назывался «Гипроцмо», гипроцвет медобработки, значит, на Щербаковской, вот. Это чтобы получить московскую прописку, по-моему. Да, это отдельная история длинная. Значит, ну вот, в принципе, целью было получение московской прописки, что было важным эпохальным событием моей жизни. Это я не шучу. Ну, ты как-то сказал, что это главная транзакция твоей жизни. Ну да, да, да. Я говорил, ну действительно, потому что до этого, значит, я был, как говорится, без прописки, и вот у меня с милицией какие-то были пару раз неприятности и так далее. Вот. Значит, ну, значит, и уже поскольку я, так сказать, трудился еще на государственной службе, вот для, так сказать, там, значит, ну, уже параллельно я, вот, мы вовсю занимались, вот, собственно, значит, бизнесом. Причем вот мы там окна мыли, а мы тут же начали заниматься еще чем-то, еще чем-то. В принципе, вот это, я бы сказал, всегда нас отличало, вот как структуру, что вот как-то мне одним и тем же заниматься было неинтересно. Вот вроде мы начали, как-то все это организовали, и тут же как бы возникли новые идеи, еще что-то сделать, еще что-то. Ну, в общем, мы так такой, сразу стали такой многопрофильной организацией. Вот. А тут приехала моя мама, она, так сказать, приехала в командировку в Москву. Ну, так сказать, значит, а я снимал квартиру. Значит, она там со мной жила. А к тому моменту, значит, ну, естественно, во-первых, мне, так сказать, надо было постоянно быть уже, как говорится, там, на связи там, со своими коллегами. Вот. И я под разными благовидными предлогами, значит, в принципе, старался на работу не ходить, так сказать, да? Ну, то есть, да, не ходить нельзя было. Но какие-то там мне, я с моим начальником договорился, он там, что-то я ему доставал, ему там нужны были какие-то там, для дачи. Вагонка, я помню. Да-да-да, вагонку там как-то. В общем, неважно. И я, в принципе, на работу не ходил несколько дней. И там по телефону все время разговаривал. И моя мама все это слышала, значит, так сказать. Она все слышала, что я о чем-то там говорю, и она мне... Ну, я говорил, что, в принципе, у нас есть кооператив, но она считала, что кооператив — это что-то такое, как вот... Я когда в институте учился, я подрабатывал сантехником. Ну, в институте. Ну, это... И она считала, что это такая вот подработка такая просто. То есть, что мне там что-то там какую-то небольшую доплату получают. Вот. Но она видит, она говорит, почему ты на работу не хочешь? Я говорю, мам, ну, у меня там вот библиотечный день, там еще что-то, я там ничего. Она говорит, а вот что ты все время вот рассказываешь, какие-то окна еще, какие-то там вот вы там ковры, там платки, ну там уже там. Она говорит, что это такое вообще? Я говорю, ну это вот кооператив, который, так сказать, вот мы организовали. Там. Она говорит, сколько там зарабатываешь? Я вот говорю, я уже зарабатывал вот 10 тысяч. Вот. Я говорю, мам, ну я нормально там зарабатываю, ты не волнуйся. Ну у меня мама такая очень требовательная. Она говорит, нет, ты можешь мне сказать, сколько ты зарабатываешь? Я говорю, ну я нормально. Нет, ты можешь мне вот сейчас сказать, сколько ты зарабатываешь? Я говорю, 1000 рублей. Моя мама стала цвета вот этого вот кресла. Она, причем, она даже толком говорит, я тебя очень прошу, немедленно брось эту работу. Немедленно. Я говорю, она, вас всех ужас посадят. Еврейского народа, да, здесь вас заговорил? Всех, вас всех посадят, я тебя всех посадят. Я говорю, ну, мам, ну, там мы все законно делаем. Она говорит, послушай, не рассказывай вот это мне, вот, законно. Вот, так что мама была волновалась очень сильно, это правда, так сказать. Ну, как-то я, в общем, ее
выпроводил, она уехала назад, и я продолжил заниматься тем же самым. А как Но все... она была недалека от истины, да, в принципе. Да. То есть могли, да? А все-таки вот, ну, вы довольно быстро стали очень богаты, да? Это в каком году произошло? То есть вот на этой разной мультидеятельности? Значит, вот смотря, что такое понятие, ты вкладываешь в термин «очень богатый». Вот. Ну, по сравнению... 15 тысяч рублей. А? 15 тысяч рублей. Как Шура Балаган. Значит, это самое. Ну, я бы так сказал. Вот если под словом «очень богатый» понимать, сколько мы денег заработали, вернее, когда мы заработали такое количество денег, когда я заработал, например, такое количество денег, которое я считал, что мне вот хватит на всю жизнь, условно говоря, то, в принципе, это произошло достаточно быстро. Но главным образом, это, причем это, может быть, было и ошибочно на тот момент, ну, условно говоря, ну, мы там стали заниматься потом разными там всякими, как и все, мы там торговали компьютерами, какими-то ксероксами, еще какими-то вещами там и так далее, и зарабатывали уже миллионы рублей, миллионы. Еще до распада Советского Союза это было, там, 90-й год, наверное, там и так далее. И, ну, тогда казалось, что миллион рублей — это фантастическая цифра. Потому что, опять же, средняя зарплата, хотя уже была галопирующая инфляция, но все равно она была там 300, ну 400 рублей. Но все равно миллионы уже казались. Я бы так сказал, начиная с 89-го или 90-го года, я на чек в ресторане перестал обращать внимание. Мне было неважно, сколько стоит обед в ресторане. До этого, пока я жил в общежитии, я очень внимательно выяснял да. стоимость горячих блюд. Не, ну это понятно, там у меня была стипендия, я помню, я в 87-м поступил в университет, 45 рублей, по-моему, вот так вот для сравнения. Конечно, я вообще не помню, чтобы я ел. Да, у меня была стипендия 100 рублей, я получал ленинскую стипендию. Ленинская, да. Ну я был отличник. Я тоже отличник, но у меня было 45, но я гуманитарий, видишь, это... А что там, не платили у вас повышенную стипендию? А это была самая максимальная, ну, может, 55, я не помню. Не, у нас была обычная стипендия 50, повышенная около четверки и пятерки 57, одни пятерки 62, а если ты три семестра сдавал без четверок, ты и типа занимался общественной работой, то ты мог получить 100 рублей ленинскую стипендию. Круто. Нет, мы были... У нас по остаточному принципу. Надо было идти в металлургию. Понятно. Слушай, а вот как появилось название «Альфа», да? Да, вот это, так сказать, тоже мне сейчас... Значит, это вот достаточно случайным образом. Значит, у меня вот был мой такой старший товарищ, это, собственно, и есть, которого я уже упоминал, Олег Владимирович Киселев. Он работал, вот, кстати, в Институте химфизики, про который я упоминал. Значит, вот мы там, у нас был этот кооператив, курьер, там все-все-все. Потом в какой-то момент времени он мне позвонил, или там мы с ним встретились. У нас с ним были хорошие отношения. Он был, когда я учился в институте, он был директором общежития, в котором я жил. Ну и вообще он был такой молодой, демократичный, приятный, умный и обаятельный человек. Собственно, таким он и остается, за исключением того, что он уже не очень молодой, ему уже там 60 с плюс. Вот. А тогда он был молодой человек. Вот. И, так сказать, он мне позвонил и говорит, мы вот, значит, у нас тут есть такая идея, вот, так сказать, он, ну я ему, естественно, он знал, что я вот занимаюсь этим кооперативом, он говорит, у нас есть отличная идея создать кооператив на базе Института химической физики. Вот. Потому что, и это, говорит, ну вот ну, я тебе, ну, я к нему приехал, он мне говорит, смотри, ну ты там занимаешься какой-то ерундой, там, мокна, там, все это несерьезно. Вот у нас тут, так сказать, серьезный научный потенциал, и у нас есть идея на базе вот этого, значит, нераскрытого научного потенциала создать кооператив, который будет заниматься внедрением там, передовых научных технологий в разные, так сказать, сферы народно-хозяйственной жизни. Вот. Ну, опять сейчас это все смешно, а тогда это звучало очень солидно. Понимаете? И я действительно так думаю. Ну, да, он говорит, значит, у нас есть замдиректора по науке, и он же был начальником отдела фотохимии вот этого института. Академик, тогда он был член-корреспондент, сейчас он действительно, член-корреспондент Академии наук, Алфимов Михаил Владимирович. Давай я тебя с ним познакомлю, и он, значит, расскажет, какие у него есть замыслы, и, так сказать, если тебя это заинтересует, можем вот вместе этим заниматься. Я говорю, ну давай. Мы приехали, значит, домой к Михаилу Владимировичу Алфимову, который жил в доме на набережной. Опять же, по тем временам это просто было, ну, как-то, ну, очень серьезное место. Большая, огромная, там, четырехкомнатная, по-моему, квартира.
вот, значит, с видом на Кремль, ну, все как положено, так сказать, да? Со всеми этими, значит, как бы памятными досками при входе, так сказать, кто в этом доме жил. А ты подумал в этот момент, что я хочу так жить, нет? Да я, ну, я, в принципе, не то чтобы хотел в этом доме жить, но, в принципе, я хотел хорошо жить всегда. Да, я хотел хорошо жить, конечно, вот. Я, у меня вполне материальное отношение к жизни, так сказать. Вот, значит, мы пришли к нему домой, значит, он только что, он был загорелый, молодой, ну, для член-корреспондента Академии наук, только вернувшись из командировки в США. Что для меня звучало такой музыкой приятно. Человек ездит в командировку в США. Вот. И с какой-то там конференцию, так сказать. И он говорит, вот у нас такая идея, вот эти через все эти официальные структуры, все это очень долго. Я, значит, являюсь таким вот главным специалистом в СССР по фотохимии. Мы разрабатываем совершенно новые революционные, так сказать, фотоматериалы. Значит, и вот мы решили, что самый правильный способ внедрения этих всех передовых технологий — это создать кооператив, который, значит, будет вот эти технологии, значит, ну, применять вот на каких-то там предприятиях советской промышленности. И вот у меня есть предложение коллегу, вот Олег рекомендует вас как такого, значит, молодого перспективного человека, вот, чтобы вы, так сказать, занялись организацией этого кооператива. Ну, я так послушал, действительно, звучало все очень серьезно, так сказать, там, видно было, что он солидный человек, значит, он там, говорит, я вот, постоянно меня вызывают там в Кремль, там, в Политбюро, там, я докладываю, там, пятое-десятое, ну, все, все очень серьезно. Ну, я, так сказать, пришел к своим ребятам, с которыми я говорю, тут, мы тут ерундой занимаемся, окна моем, то все, так сказать, тут люди по-настоящему хотят, так сказать, серьезное дело делать. Ну вот, собственно говоря, родилась идея создания такого кооператива, который тогда, значит, поскольку он был связан с фотохимией, а фамилия, значит, вот этого такого инициатора, вдохновителя этой идеи была Алфимов, решили называть Альфа-Фото. Альфа-Фото, так сказать. Вот, ну, Альфа в честь Алфимова, Фото, потому что фотохимия. Вот. Вот, собственно, так возникло слово Альфа. Вот. И мы, значит, действительно, так сказать, стали там пытаться внедрять, значит, вот, как говорится, там, в практику какие-то технологические решения, которые вот этот институт делал у себя там в лаборатории. Ну, правда, быстро выяснилось, что это, так сказать, дело практически... Мытье окон перспективнее. Безусловно. Нет, это, кстати, вот хорошая вся история в том смысле, что, вы понимаете, значит, вот советская фотопромышленность, она конкурировала, ну, не конкурировала, а, так сказать, пыталась создать альтернативный западной фотопромышленности, ну, технологический цикл. Там, да? Вот, если вы помните, были такие предприятия, как Свема, там, значит, Шостка, Шостканское объединение Свема на Украине. Ну и другие всякие, которые производили, вот, если смотришь советские фильмы, всегда в конце фильма написано, фильм снят на пленке производственного объединения Свема. Так сказать, да? Свема — это светоматериалы Свема. Вот. Значит, и, а при этом существовали уже западные всякие, так сказать, крупные компании, Kodak, там, значит, Fuji, Agfa, Polaroid, там, ну и так далее, разные всякие. Вот. Хорошая эта история в том смысле, что, значит, мало того, что вся эта советская фотопромышленность умерла, так сказать, ну и вся западная фотопромышленность уже тоже умерла. Тоже, да. Понимаете, потому что технологии, которые, свидетелями которых мы являемся, они настолько быстро развивались, что все вот эти гиганты, вот эти кодеки, полироиды, которые тогда казались просто гигантскими компаниями с капитализациями десятки миллиардов долларов, вот, они все почили в бозе, как говорится, и от них ничего не осталось. Слишком узкая специализация, да? Нет, просто технологические вызовы, которые... Ну да, но вот узкая специализация, которая, ну, тебя, да, ставит, они, перед, сказать, технологическим, да, да, вызовом. И неумение адаптироваться к новым вызовам, так сказать, к новым реалиям. То есть, ну вот если там как-то попытаться обобщить, кстати, этот опыт, да, вот это, ты полагаешь, наверное, там причина одна такого, в общем, шеломительного успеха вашего, то, что вы быстро переключались с идеи на идею, да, и захватывали разные новые ниши, да, и не концентрировались на какой-то одной задаче. Как? Я думаю, что нет вот какой-то такой одной причины успеха, так сказать, да. Я, как всегда, это совокупность разных факторов. Безусловно, мы, в общем, люди реактивные. Мы достаточно быстро и энергично реагируем на изменения окружающей среды. И не догматичные. Вот. Конечно, в бизнесе, да и не только в бизнесе, это вообще важное качество. Вот. И вообще, вот, ну, так сказать, продолжая этот разговор, который мы начали за пределами, вот я хочу сказать, что вот меня очень часто спрашивают,
И, как я понимаю, одна из тем, вот, которая интересует уважаемых коллег, которые сегодня собрались здесь, это вот, ну, какие-то секреты, вот как-то название такое, что-то секрет, бизнес-секреты или что-то такое, ну, да. Формулы успеха. Меня вообще поражает, вот, я бы сказал, поверхностность вот этого подхода. Понимаете, нет никаких, вот, на мой взгляд, я, конечно, не претендую тут на всеобщность, так сказать, обобщения. Вот, но я бы сказал, что нет никаких таких вот формул как, конкретно, которые вот могут привести обязательно к успеху в бизнесе. Я вот убежден, что успех в бизнесе – это продолжение, нет, те качества, которые нужны для успеха в бизнесе, это продолжение твоих человеческих качеств, которые у тебя в жизни каким-то образом проявляются. Вот партнерство, которое у нас в бизнесе, оно не потому прочное, что мы вот как-то очень правильно нашли формулу, так сказать, подхода к этому, а потому что мы как люди оказались способными это партнерство развивать, поддерживать и, как говорится, сохранять. Как люди, прежде всего. И это просто было в рамках бизнеса. А могло бы его быть и за пределами бизнеса, в чем-то другом, так сказать, не знаю. Поэтому мне кажется, что вот секрет не в том, чтобы быстро переключаться. Это не про бизнес. Надо вообще в жизни уметь быть гибким, так сказать, да? С одной стороны, да? Знаете, как кто-то говорил, я уже забыл, Аббасид, Шах Аббас, он говорил, старость — это потеря гибкости. Вот. Понимаете? Поэтому, конечно, надо быть гибким. С одной стороны. С другой стороны, нужно быть, безусловно, в чем-то очень принципиальным, да? То есть в каких-то вещах надо быть, менять позицию, если это необходимо, крайне, крайне реактивно. А с другой стороны, какие-то фундаментальные вещи, наверное, никогда нельзя менять, так сказать, да? Или почти никогда, скажем так. Вот. И так далее. Поэтому, мне кажется, это все вот про какие-то человеческие ценности и подходы в жизни. Это же вот гибкость, она же не только в бизнесе нужна. А что в семейной жизни она не нужна? Или там, например, ну, я не знаю, с точки зрения вкусов, или отношения к каким-то новациям жизненным, технологиям, понимаете? То же самое, надо все время как-то реагировать. Вот тут такой стереотип, да, что бизнес — это что-то грязное, где как раз вот принципы мешают. И что... То есть ты не согласен с этим? Нет, я как раз категорически с этим не согласен. Я... Наоборот, я бы сказал так, что я уверен, что любой крупный бизнесмен, который создал вот серьезную, так сказать, бизнес-такую структуру вокруг себя, у него есть абсолютно четкий набор принципов. Другое дело, что очень часто какие-то из этих принципов не совпадают, скажем так, с общепринятыми такими, ну, я не знаю, такими в повседневной жизни, так сказать, да, это вот бывает. Да, потому что, и более того, нет какой-то единой системы принципов и ценностей, на которых можно построить успешный бизнес. Их много. Каждый человек строит, вот я убежден, что вот, ну, там, если говорить про российских, например, бизнесменов, крупных, успешных, значит, я, ну, знаю их просто лично, общаясь с ними, я убежден, что у нас очень разные принципы во многом. Но то, что у каждого из них они есть, это 100%. Они есть, они достаточно четко этим человеком понимаются, артикулируются в ближайшем, ну, как минимум, а иногда и достаточно широкому кругу людей. И в рамках вот этих принципов эти вот его коллеги, партнеры, сотрудники и так далее согласны жить, работать, добиваться результатов и чувствовать себя комфортно. И очень часто, вот как раз исходя из моей практики, я убежден, что исходя из практики любого, кто занимается бизнесом, человек, который был очень успешен в одной компании, переходя в другую компанию, совершенно не в состоянии, так сказать, реализовать себя. Именно, и наоборот. Именно потому, что те принципы, которые в фундаменте этих компаний, они различаются сильно. И та компания успешна, и та успешна. Но как бы вот, если его человеческие ценности не совпадают с ценностями вот, компании, куда он пришел, его эффективность моментально, так сказать, теряется. Ну, какие ценности в Альфе? Вот все равно назови там все-таки одну-две. Ну, смотрите, ну, опять же, ну, я считаю, что мы, так сказать, ну, во-первых, что Альфа? Альфа — это же не одна компания, это много разных компаний, так сказать, да? И я бы сказал, безусловно, значит, если говорить о таких фундаменте для всех этих компаний, если говорить о вот моих там
ценностях и ценностях моих партнеров. То, наверное, они очень общие, так сказать, да, какие-нибудь там, я не знаю, там, условно говоря, 10 заповедей, знаете, так сказать, вот 10 заповедей прошли большую проверку временем, так сказать, да, там, он существует 4000 лет, и все работает, так сказать, да, несмотря на все технологические изменения, да. Вот, это какие-то представления о том, что хорошо и что плохо, как нужно себя вести. Там. Ну, я не могу их вот так артикулировать очень точно, эти все принципы. Но там, мы, безусловно, вот в процессе своей деятельности мы их постоянно реализуем каким-то образом. Да? Вот, например, ну, так вот для понимания. Вот про нас существует, про Альфа-банк, например, существует такое вот устойчивое представление, что мы очень жесткие, что мы, значит, очень, так сказать, безжалостно преследуем своих там заемщиков, так сказать, и так сказать, ну, тех, кто там, значит, по каким-то причинам не возвращает. Вот обрушили нам. Банк открытия, тоже говорят. Не, ну это вообще, как говорится, другая история, к нам не имеющая отношения, но тем не менее. Вот, значит, мы это делаем абсолютно осознанно, потому что вот, ну, естественно, мы когда-то и неоднократно уже мы обсуждали, у нас, к счастью или к сожалению, кризисы случаются регулярно, и поэтому каждый раз возникает ситуация там, с проблемными заемщиками, и каждый раз мои коллеги там, по банку, они обсуждают вопрос, как мы должны подходить к этому, ну, к этому делу, вообще говоря. И каждый раз вот, мне приходится, так сказать, условно говоря, ну, мне или моим коллегам там, вот, некую, так сказать, такую вот идеологию заново и заново формулировать нашего отношения к таким вещам, которая состоит в том, что мы несем ответственность перед своими вкладчиками, и мы выдаем кредиты из денег, которые всего лишь на 10% наши, а на 90% не наши. И мы вынуждены очень требовательно относиться к тому, чтобы, так сказать, эти деньги возвращались своевременно, потому что иначе мы в какой-то момент времени не сможем выполнить обязательства перед своими вкладчиками. И, конечно, бывают ситуации, когда действительно люди не могут вернуть деньги, просто не могут физически. Но тогда, как говорится, с этим ничего не поделаешь, и надо, как говорится, с пониманием к этому относиться. И то при условии, что если они искренне хотят, все-таки это как-то постепенно сделать. Но в большинстве случаев, как правило, люди могут вернуть, может быть, не все, но хотя бы часть денег, но просто сознательно этого не хотят делать, считая, что у них и так сложная ситуация, и мы должны, как говорится, пойти им навстречу. Вот. В этой ситуации мы занимаем достаточно жесткую и такую принципиальную позицию. И я не стесняюсь об этом говорить, и хотя, так сказать, я часто слышал, что, так сказать, вот, значит, вы такие жесткие, многие боятся с вами работать, потому что считают, что вот если они вдруг возникнут какие-то трудности, вы не пойдете им навстречу. Ну, я повторяю, что, опять же, это все на уровне принципов. Я считаю, что и тот тезис, который мы, так сказать, вот исповедуем в Альфа-банке, так сказать, что если человек искренне и честно попал в тяжелую ситуацию, приходит и говорит, что вот все, что у меня есть, и вот я, давайте вместе решать, как мы будем выходить из этой ситуации, как я буду, так сказать, давайте придумаем какую-то формулу, расписание, отсрочки там, и так далее, как в течение какого-то времени я как-то смогу, значит, выполнить свои обязательства перед вами. Таких людей, безусловно, мы приветствуем, мы понимаем их и готовы с ними строить отношения. Но если человек приходит и говорит, что я не хочу платить, потому что сейчас кризис, и вы мне должны пойти навстречу, а если вы мне не пойдете навстречу, то я буду от вас бегать, выводить, так сказать, активы, и, как говорится, вы останетесь ни с чем. Вот тогда мы никогда не договариваемся. Это на уровне принципа. Никогда не договариваться, если нас шантажируют. Никогда. И мы лучше потеряем деньги, но мы будем, так сказать, преследовать там такого человека легальными способами до тех пор, пока не будем, эти все легальные способы не будут исчерпаны. Понимаете, у других, возможно, другие принципы в этом отношении. А у нас вот такой. И мы поэтому, в общем, живем уже больше 20 лет, как банк. И пока, слава богу, все неплохо. Несколько вопросов от наших слушателей. Какой бы совет вы дали себе, если бы встретились с собой 20-летним? Ну, вы знаете, честно сказать,
я, вот, так сказать, вот, сравнивая себя с собой 20-летним, помимо, скажем так, физических изменений, которые, к сожалению, неизбежны. А гибкость теряется уже или еще? Гибкость. Ну, я занимаюсь йогом, там, в принципе, он помогает сохранять. Вот. Значит, но если серьезно, ну, конечно, какая-то гибкость теряется. Нет, больше всего теряется, на самом деле, я бы сказал, чувство глубокого понимания окружающей действительности. Вот я когда, мне было 20 лет, я жил в общежитии, ездил в метро, то я ощущал, что я очень хорошо понимаю, что происходит. Знаешь, как говорится, на кончиках пальцев. Вот все, что происходит в этой жизни, вокруг меня, в том вот сегменте общества, в котором я жил, ну, то есть в массовом сегменте, да, среди обычных, простых людей, вот каким я был там студентом и так далее. Сейчас, конечно, теряется больше всего вот это ощущение, ну, как бы, вот тонкости восприятия, понимаешь, так сказать, того, что вокруг тебя происходит, потому что ты все-таки живешь, хотя я стараюсь, насколько я могу, соприкасаться с реальной жизнью, но все равно как бы, социальный статус давлеет определенным образом. И я, так сказать, все равно уже вот так вот в широком диапазоне, как устроена жизнь, понимаю хуже. Я хорошо понимаю, как устроена жизнь в определенном сегменте, там не знаю, начальства, там, значит, так сказать, бизнеса такого и так далее. Но вот поэтому, но в целом, мне кажется, что я вот по сравнению с собой 20-летним, вот в плане ценностей, взглядов на жизнь, я не очень поменялся. Мне кажется, что я более-менее, так сказать, такой же, как и был. Поэтому так особо советов бы, я бы даже не знал, что так особо, так сказать, посоветовать. Не знаю, так сказать, не думаю. Не вкладывай туда-то деньги. Например. Сейчас мы начнем о политике говорить, поэтому... Что? Сейчас начнем о политике говорить, а я не хочу так особо много. Нет, просто в одном из там, наших интервью ты сказал, что как раз там одна из ошибок, что ты не поверил в историю с залоговыми аукционами, и вы, в общем, ничего не купили такого серьезного, а могли бы. Ну, это была ошибка, я бы сказал, такого тактического характера. Она, да, действительно, это была такая ошибка. Я считал искренне, что это невозможно. Я считал, что это просто неосуществимый проект, так сказать. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, это разводка, ты думал, да? Как... Я не верил, что государство вот так хладнокровно раздаст за, в общем, бесценок, так сказать, огромные активы. Мне казалось, что это нереальная схема, и я, честно говоря, мы им не занимались. А кто занимался, и, в общем, нормально, mm-hmm. так сказать, вполне успешно. Mm-hmm. Ну, то есть вы не стали себе давать совет, вот будет залоговый аукцион, купи, нет? Да нет, я не знаю, ну, или... нет. Я бы уж скорее в области личной жизни какие-то советы давал бы себе. Вот это да. Угу. А. Вот там, ну, потому что вот там как раз все более, так сказать, более тонко и более эмоционально, да? В области бизнеса все-таки в области рациональной находится, в основном, угу. да? А рациональный подход, он мне не сильно поменялся по сравнению с моим 20-летним возрастом. Вот. А в эмоциональной области, конечно, тут переоцениваешь какие-то вещи, там, по-другому смотришь на многие. А как вы себя мотивируете? Вопрос. Ну, как я себя мотивирую? Я как, в принципе... Не, ну у вас все есть, в общем. Вы можете заниматься. Не, ну мне кажется, что главный фактор мотивации – это самореализация. Самореализация. В принципе, вот, ну, говоря о себе, я могу сказать, что для меня, конечно, самым главным таким вот incentives, так сказать, стимулом для того, чем я занимаюсь, является доказать самому себе, так сказать, свою собственную, как говорится. Ну, наверное, помимо этого есть круг людей, близких, для которых ты, в общем, тоже стараешься доказать, что ты чего-то стоишь. Там, любимая женщина, дети, там, друзья, так сказать, и так далее. Вот есть некая референтная группа, небольшая, по-настоящему близких людей, для которых ты, в общем, так сказать, помимо себя самого. Вот. К чему вот, от чего я, как мне кажется, в достаточной степени свободен, и в этом отношении мне кажется, что мне повезло, это вот я точно ничего не доказываю окружающим, вот, так сказать, большим, широким народным массам. Вот это мне совершенно неинтересно. И, значит, я говорю, что вот я очень честолюбивый человек, судя по всему.
но, как мне кажется, совсем не тщеславные. Вот мне доказать, вот, как говорится, вот, окружающим, что вот я там самый крутой, у меня как-то вообще это, что называется, не вставляет совершенно. Вот себе, там, каким-то своим близким людям, чтобы они, так сказать, мне сказали, ты вообще молодец, здорово получилось. Вот это для меня действительно как бы важно. Вот. У меня, тем не менее, много людей, вокруг которых я знаю, очень успешных и очень, как говорится, эффективных, они как раз очень тщеславны. И им важно такое общественное мнение, им важно, чтобы о них писали там, в газетах там, и так далее. Так сказать, так что это тоже нормально, так сказать, ну, каждому свое, как говорится. Вот. Ну, я вот как-то вот мне это, вот эта доля миновала. К счастью или к сожалению, не знаю. Мы сейчас перед началом нашего разговора общались и рассказывали про вашего дедушку, который, по-видимому, занимался бизнесом. Я знаю, что у вашего отца есть компания небольшая, да? Ну, мой отец не бизнесмен. Не бизнесмен, совсем, да, но все-таки. Вот дети ваши будут заниматься бизнесом? Или? Кто же его знает? Я не знаю. Ну, вот у меня, значит, три дочери. Одна старшая, ей 24 года, значит, она сейчас в данный момент, она закончила Ельский университет, такая забавная история, и, ну, она всю жизнь занималась балетом профессионально, вот, и хотя она закончила один из лучших университетов мира, значит, она год поработала, после чего она сейчас подписала контракт, сейчас она танцует в Израильском национальном балете, вот, ну, и страшно счастлива. Непонятно, для чего для этого было Ельский университет заканчивать, но, как это, говорится... Наверное, вы заставили. А? Ты заставил. Во-первых, невозможно заставить, а попасть невозможно. Я, так сказать, помочь в этом вряд ли я смог бы. То есть я никак не помогал, не мог просто, так сказать. Вот. Значит, вторая у меня учится в этом же Ельском университете. Но тоже вряд ли она станет... хотя, я не знаю, но, по-моему, нет. По-моему, она не собирается становиться бизнес-вумен, так сказать. Вот. Сын у меня, который сейчас 17 лет, ему вот исполнилось буквально несколько дней назад, и он учится в Англии в школе, в такой boarding school. Учится, у меня вообще, все дети учатся очень хорошо, что приятно, так сказать. Вот. И вообще у меня с ними, опять же, никаких вот таких проблем нет. Они скромные и хорошие, и порядочные, такие умные дети. Вот. Но вот он, как он говорит, он хочет быть бизнесменом и, так сказать, пытается там что-то там делать, какие-то, значит, интересуется активно. Он вот работал, начиная с 12 лет, я его летом устраивал работать куда-то, вот, и он работал в разных там организациях. Вот последние несколько лет он занимался там всякими ценными бумагами. И что-то у него там вроде получается. Вот он своей маме помогает управлять ее деньгами, которыми, значит, вот, и помогает вполне успешно. То есть инвестировать? Да. Он принимает все решения. Вот ему 17 лет сейчас, он там полностью управляет ее, так сказать, капиталом. Вот. Очень успешно. Вот. Я очень горд этим. Может, он станет бизнесменом. Я, как говорится, я так совершенно... Так вы видите своей компании, или вы ему дадите скорее какие-то деньги, чтобы он реализовывал свои проекты? Нет, я ему вообще ничего не собираюсь давать, я уже об этом говорил многократно. Ничего. Нет. Я считаю, что я ему, так сказать, а почему я ему должен давать? Вот, в принципе, почему у него должно быть конкурентное преимущество по отношению к другим? В принципе, у него и так есть уже конкурентное преимущество. Он вырос, повидав мир. Он учится в прекрасном учебном заведении. Я надеюсь, что он поступит в какой-нибудь замечательный университет. Он мечтает поступить в Стэнфорд. Ну, как говорится, если поступит, я буду за него рад. Вот. И у него круг общения, так сказать, всегда, ну, в связи, так сказать, с моим кругом общения, на мой взгляд, с очень яркими, интересными людьми, самых разных профессий там, и так далее. Вот. То есть мне кажется, что он вообще вот уже на сегодняшний день обладает значительными конкурентными преимуществами. Uh-huh. Вот. Поэтому вот такими внешними, ну, я не знаю, насчет генетики, это, так сказать, как говорится, жизнь покажет, что у него с генетикой. Вот. Но думаю, что тоже все неплохо. Uh-huh. Вот. Благодаря маме, видимо. Вот. Поэтому, значит, поэтому мне кажется, что, так сказать, у него и так достаточно конкурентных преимуществ для того, чтобы в жизни добиваться результата. Мне кажется, что результат будет тем важнее и тем эмоционально сильнее для него, если он добьется этого сам. И наоборот, если он будет всю жизнь
я бы очень не хотел, чтобы они чувствовали всю жизнь, вот, что они выросли в тени своего папы. И что вот все, что у них есть, или многое это из того, что у них есть, это благодаря папе. Это неверное чувство. Спасибо. Я совершенно искренне считаю, что вот каждый из них должен прожить свою самостоятельную жизнь. И вот те деньги, которые я, так сказать, дал бы им теоретически, только эту жизнь могут поломать. Но я не говорю про какие-то такие... Конечно, если, не дай бог, моим детям понадобятся там деньги на медицину, не дай бог, так сказать, господи. Вот, так сказать, или там еще какие-то такие базовые вещи. Или там вот, ну, на образование, там, конечно, я даю. Но это не обсуждается. Но это, в конце концов, в общем, относительно небольшие деньги. Хотя для многих людей эти деньги большие, да? Но это, я считаю, что это, так сказать, тот минимальный гандикап, который я должен, так сказать, и который морально оправдан в том, что я им дам. А все остальное, это в их руках. И любое, так сказать, мое вмешательство, оно может скорее ухудшить их ощущение от жизни, чем улучшить его. Понимаете? Поэтому я считаю, что мои деньги им не нужны. Мои деньги я найду, куда применить. В мире полно проблем, которые... То есть ты их передашь в какой-то фонд, да? Я уже их передал, в принципе, в какой-то фонд. В какой? Ну, я их передал не в данную секунду, а в тех лекальных документах, значит, моим, как бы, наследником, условно говоря, преемником, правопреемником, является благотворительный фонд. Фонд, который, кстати, упоминался сегодня, вот Генезис, там, фонд, который и так далее. Вот. Ну, ты пока управляешь этими деньгами. То есть... Нет, я буду ими распоряжаться, пока я в состоянии это делать. А потом? Понятно. Тут есть несколько вопросов. Спасибо. Несколько вопросов про будущее. Я их так вообще... Как ты видишь будущее своей компании, там, скажем, через 10 лет? Своих компаний, точнее, ну, бизнеса вот глобального. Как я вижу будущее? Так же, как и сейчас. Мы будем строить... Ну, там много вызовов, да, там банковская система, например, да, там и биткоин, да, и там... Ну, все это будет меняться, так сказать. Да. Будем что-то выходить из каких-то бизнесов, какие-то новые входить. Это, так сказать, это же бесконечный процесс. Мы, в принципе, себя всегда воспринимали как инвесторы. Мы не банкиры, не нефтяники, не так сказать, не ритейлеры, мы инвесторы. Мы инвесторы. Мы думаем, куда вложить деньги. Вкладываем их и помогаем этим деньгам правильно работать. Там, не просто, так сказать, пассивно вкладывая их, а активное участие, участвуя в управлении процессом, да, так сказать, там, путем привлечения правильных людей, путем формирования стратегии какой-то и так далее. Вот этот процесс, мне кажется, он бесконечен, так сказать. В принципе, мы собираемся им заниматься, пока у нас будет желание и возможность это делать. Тут тоже обобщая несколько вопросов по поводу взаимоотношения с государством, да, и бизнес-климата в России. Да. Вот какова ваша политика, да, вот в отношении там, я не знаю, взаимодействия с государством и как тебе кажется, вообще там, вот бизнес-климат, как ты его оцениваешь сегодня? Бизнес-климат? Да, в России. В России. Угу. Не, ну это вот я уже беседовал с организаторами этого замечательного мероприятия, и вот мне девушка Юля, которая, так сказать, один из таких, значит, руководителей этого проекта, она как раз сказала, что вот всех очень интересует вопрос, значит, как же так, вот вы так столько лет живете, работаете, построили достаточно большую структуру, во многих областях, так сказать, занимаете такие, как говорится, лидирующие позиции, и, значит, как-то государство к вам чересчур лояльно относится, имея в виду то, что оно у нас, так сказать, не щемит все время, так сказать, не атакует. Вот, и вот, значит, я, в принципе, много раз на эту тему высказывался, но я понимаю, что действительно людей, которые вот здесь собрались, этот вопрос действительно волнует многих, так сказать, да, как вот так вот выстроить. Опять же, я вот не могу претендовать на универсальность наших подходов. Мы всегда очень сознательно старались от государства в достаточной степени дистанцироваться. Вот. По разным причинам. В принципе, так сказать, значит, мы всегда считали, что, знаете, вот этот старый такой солдатский принцип,
подальше от начальства, поближе к кухне, так сказать. Знаете, вот, значит, мы, так сказать, всегда старались заниматься чем-то, не вступая в очень тесные контакты с начальством. Хотя многие бизнесмены и успешные, они рассматривали свои контакты и отношения с начальниками разного уровня как такой бизнес-ресурс, так сказать. И, в общем, на этом строили во многом свои стратегии, так сказать, да? Мы никогда этого не делали. Мы вообще всегда, вот, так сказать, там, практически на пустом месте что-то начинали делать. Мы очень гордимся тем, что мы построили кучу бизнесов в областях, ну, как бы с нуля. Да? Вот Альфа-банк мы построили с нуля. Я отлично помню, как я там, значит, в помещении, предназначенном для почты, так сказать, вот, мы его арендовали на Бакунинской улице, и вот там было первое отделение Альфа-банка. Или вот я помню первый магазин «Перекресток», который мы открывали. И там, в Митино, так сказать, там мы купили там недостроенные помещения в жилых домах. Вот. И прочее. То есть, вот, или там, например, в Импелком, который, значит, правда, начали еще до того, как мы пришли. Но когда мы пришли, он был московской компанией, в котором было несколько сот тысяч клиентов в Москве. И все. А сейчас это компания Вион, в которой там 270, если я не ошибаюсь, миллионов клиентов по всему миру. Вот. Вот все это мы построили своими руками. Вот. При этом мы всегда поддерживали ровные, хорошие по возможности отношения с властью разного уровня. Там, и старались, но никогда не старались сильно с ними сближаться. Я не могу сказать, что мы как-то специально прятались, такого тоже не было. Мы понимали, что вот у нас была всегда такая концепция некого, значит, второго ряда такого, да, так сказать, что лучше всего вот в отношениях с властью находиться во втором ряду. Потому что в первом ряду это вот попадать под свет софитов и, так сказать, вот такое яркое освещение опасно, потому что при смене, так сказать, вот декорации там, значит, меняются и, в общем, как раз находящиеся в первом ряду. Все вот эти любимые бизнесмены одного политика, значит, уходят, на их смену приходит новый политик со своими любимыми бизнесменами. Вот. А уж очень далеко тоже в нашей ситуации, вот в той модели общественно-экономической, в которой мы живем, тоже находиться, я бы сказал, нерационально, потому что можно не докричаться в какой-то момент времени. Тут главное, чтобы была все-таки такая возможность добежать до кого-то и, в общем, так сказать, сказать, что тебя уже практически убили. Вот. В таком духе. Но мы никогда вот не старались попасть в какой-то внутренний круг любого руководителя. Значит, я вот, как говорил уже несколько раз в интервью, я никогда в жизни, например, не встречался с президентом Путиным один на один. Я встречался многократно в группе бизнесменов, там, РСПП или в какой-то другой форме, формате. Ну, много раз, так сказать, за все годы его президентства или президентства Медведева и так далее. Но, так сказать, вот, например, с Путиным один на один я никогда не встречался, так сказать. Да? Просто у меня не было необходимости такой. И я не просил аудиенции и так далее. Вот. И вот, значит, когда меня вот спрашивают, меня тут недавно спрашивали, вот западные журналисты какие-то, так сказать, а как вот так вот вы все время, значит, вроде бы у вас так все неплохо развивается, и как бы власть вас не трогает, так сказать. Ну, мне кажется, что это очень неправильное представление о том, что власть, вот она вот пытается там атаковать, так сказать, всех, у кого все хорошо. Это не так, мне кажется. Я вот, когда отвечал на вопрос, я им такую аналогию придумал. Знаете, я говорил, что вот, понимаете, вот, вот я, ну, путешествовал много, так сказать, естественно, значит, за эти годы все. И в Африке был много раз, там, с детьми, и там, ну, вообще, сам был, так сказать, в Африке. И там вот, как бы в Африке, где много действительно таких крупных хищных зверей, где лев, там, леопард, ну и так далее, значит, одним из самых опасных для человека животных является бегемот, гиппопотам. Вот. И он действительно, от него погибает много людей. А погибают они по простой причине, потому что, значит, они делают такую ошибку. Гиппопотам, во-первых, он травоядное животное, ему, в принципе, человек как объект, ну, вот, потребления не интересен. Вот. Значит, вот гиппопотам, значит, он, когда он находится на суше, вот для него самое главное, чтобы между ним и водой никто не находился.
Вот если, значит, человек случайно, вот мирно там жует травку, этот гиппопотам, вот, ну, если вот человек проходит и попадает вот, значит, в поле зрения и находится между ним и доступом к воде, вот гиппопотам его моментально атакует. Вот. Ну, а зубы у него огромные, он его там перекусывает там, и так далее, моментально, или затаптывает там, и прочее, прочее. Вот я говорю, вы знаете, вот, мне кажется, очень часто власть ведет себя в этом плане. Главное, не надо находиться между ними и водой. Вот. А вода зеленая, да, такая? А? Вода зеленая в Африке. Вода разного цвета, бывает там разных оттенков, так сказать. Черная. Ну, красная, зеленая. Все бывает разное. Вот. Но, значит, главное, что вот не надо, вот ты же понимаешь, как власть устроена. Вот не надо попадать между вот их фокусом, так сказать, и как бы и ими, так сказать. Не надо вот попадать в этот промежуток. Надо, в принципе, сознательно это избегать. Вот я всю жизнь считал, что мы должны этого избегать. Нам это не нужно... мудрость еврейского народа или что-то еще? Ну, я же не якут, я не знаю какого другого народа. Или там я ничего плохого про якутов не хочу сказать. Ну, наверное, еврейского, если, так сказать, там ко мне это адресовано. Так вот мне казалось, что вот так более безопасная модель поведения, понимаете? И я всегда старался, значит, мы никогда не пытались получить какие-то господряды, госконтракты, госпоставки, ни там с «Газпромом», ни с кем, короче говоря. Никаких аукционеров государственных. Ну, у нас не было такого вот желания. Мы нормально взаимодействуем с государством. Значит, у нас, мы, конечно, свои права пытаемся отстаивать, и достаточно решительно, если необходимо. Но, как говорится, ничего специального для нас, вот какие-то специальные, так сказать, favors, так сказать, вот мы в жизни не планировали. Вот. Нас лишь бы не трогали, а мы сами там как-нибудь разберемся. Вот, так сказать, вот мы так в этом убеждены. Вот вся философия наших отношений с государством на протяжении длительного времени. Ну, мы, конечно, никогда не были ни в какой оппозиции, не финансировали никакие политические там партии, правительственные, не оппозиционные, никакие, так сказать, потому что нам всегда это было мало интересно, так сказать. Вот. Вот все. Вот, не знаю, полезно ли это вот слушателям или нет, но надеюсь, что и будут ли они это использовать, но надеюсь, что им поможет. Нас просят уже как-то закругляться. Что бы ты пожелал собравшимся? Потому что они занимаются бизнесом, секретов. Ты много, в общем, раскрыл. Надо ездить в метро, например. Это важный секрет. Да, важный секрет, надо хорошо внимательно слушать. Слушать разговоры мужиков. И вообще надо внимательно слушать. Глобально. Да, внимательно сигналы слушать. Да. Вот, это самое. Ну, что бы я пожелал? Вы понимаете, я считаю, что бизнес не только источник материального, так сказать, как бы доходов и удовлетворения. Но самое главное, что, на мой взгляд, это неисчерпаемый источник эмоционального вдохновения. Вот ты спрашиваешь, почему, что меня мотивирует? Ну, конечно, значит, это единственное дело в жизни, которое я делаю много лет и получаю от него огромное удовольствие. Понимаете, вот я, так сказать, часто вижу людей, которые работают, ну, я не знаю, условно говоря, там, ну, там, каких-то сотрудников, для которых вот приближение отпуска — это счастливое время. Они загодя начинают готовиться, значит, куда они поедут. И потом, значит, они, так сказать, тщательно все это там выбирают. Потом они едут в этот отпуск, возвращаются, и спрашиваешь у них, ну как отдохнули? Они говорят, ой, ну разве только начали отдыхать, это же опять на эту работу. И я вижу, они искренне удручены вот тем, что отпуск уже прошел, а им надо идти, так сказать, там, в офис или куда-то. У меня все ровно наоборот. У меня абсолютно наоборот. У меня как вот, значит, я не успеваю, когда, ну, я много, в общем, каких-то дел, да, я не успеваю заметить, как проходит неделя. Вот был понедельник, я прилетел сюда, это вот был ночью воскресенье, вот сегодня вечер четверга. И, ну, у меня все эти дни проходят очень быстро. Я не успеваю заметить, как заканчивается неделя. И когда уже там выходные, я думаю, ужас, класс, завтра понедельник, опять там что-то интересное. А в отпуске я вообще начинаю через там неделю, мне уже, так сказать, тоскли. Особенно вот если это какой-нибудь такой там, типа, лежачий такой, знаете, там какой-нибудь там пляж, там что-то такое. Вот. Мне через неделю уже очень скучно, как правило, так сказать, да. И я уже начинаю всем звонить. Сейчас все, слава богу, все это можно делать, так сказать, все это средства коммуникации позволяют. Я вот хочу пожелать всем, кто здесь собрался, чтобы они прожили
свою жизнь таким образом, в бизнесе или не в бизнесе, чтобы они вот получали от того, чем они занимаются, большое удовольствие. Чтобы они каждый раз, когда заканчивалась рабочая неделя, думали о том, что, к счастью, через пару дней она опять наступит следующее. Понимаете? И вот... Конечно, хотелось спросить, сколько людей в зале думают об этом, чтобы поскорее я началась рабочая неделя. Что? Я не знаю, но я надеюсь, что так сказать, я тут не один, как минимум. Я уверен, что так сказать, есть тут люди, которые получают большое удовольствие от того, чем они занимаются. Мне в этом смысле очень повезло. Я фактически с очень молодого возраста занимался исключительно тем, что мне очень нравилось. По ходу это еще приносило, так сказать, неплохие деньги, так сказать. И, в общем, дало мне возможность прожить хорошую, комфортную, интересную жизнь за эти годы. Вот. Но самое главное, я повторяю, это то, что просто это все время было страшно интересно и увлекательно. Большое спасибо, Миш. Спасибо. Михаил Маратович, Николай Феликсович, у нас есть одна традиция, а именно вручать подарки участникам. Во-первых, это наши фирменные бомберы. А во-вторых, можно нам свет в зал дать для того, чтобы мы сделали фотографию системы селфи, чтобы был виден зал и видны были лица. Вы посмотрите, какие люди облачаются в бомберы. Вам тоже надо купить, друзья. Если можно, спиной к зрительному залу, чтобы было видно и наших участников, и вас. Давайте все, кто сзади, помашите ручкой, пожалуйста. Давайте. Спасибо большое. Я напомню, что буквально через 15 минут продолжится разговор с Михаилом Фридманом, а именно в ресторане Backstage, только для участников с категории билета First Class. Не пропустите, пожалуйста, эту возможность. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто целый день провел вместе с нами. Завтра мы снова увидимся. Я вас отпускаю, не смею больше задерживать. Спасибо огромное.